Друзья, всем улыбок и рационализма. Мне кажется, в последнее время наши СМИ несколько помешались на Марсе. На Марсе обнаружили воду, на Марсе была вода, на Марсе могла зародиться жизнь. Нет, я не спорю, все это очень интересно и на самом деле важно, но воду на Марсе обнаружили уже много лет назад. Неужели там больше нечего изучать? А как бы не так. Вот посмотрите, это регион Фарсида, наверное, самая высокая область на Марсе. Тут располагаются знаменитые огромные вулканы. Почему-то некоторые идут в ряд, а прямо на противоположной стороне планеты находится равнина Эллада, самая низкая область. Что это? Огромный кратер? А почему на противоположной стороне вулканы? Совпадение? А вот долина Маринер, разлом просто невообразимых размеров. 4500 километров в длину, 200 километров в ширину и 11 в глубину. Какие процессы привели к появлению подобного? И почему на Земле этого нет? Я не знаю. Нет, серьезно, если вы думали, что я вам сейчас все объясню, то, сорян, черт его знает, версий много. Но есть космический аппарат, который, возможно, даст нам некоторые намеки. Называется проект InSight, и он как раз будет изучать внутренности Красной планеты. Запуск будет произведен ракетоносителем «Атлас-5» с военно-воздушной базы Ванденберг в Южной Калифорнии. Интересно, что окно по времени для запуска довольно узкое. Всего с 5 мая по начало июня. Дело в том, что в этом году, 27 июля, у нас случится великое противостояние Марса. Так называется взаимное положение планет, при котором Солнце, Земля и Марс расположены как бы в одну линию. Ведь наши планеты соседи. Орбита Марса располагается дальше земной, так что один оборот вокруг Солнца он совершает почти за 2 года – 687 земных суток. Земля, двигаясь по орбите быстрее, будет регулярно перегонять Марс. Противостояния Марса повторяются каждые 26 месяцев. Великие противостояния еще более редки – один раз в 15-17 лет. Они происходят из-за того, что орбита Марса несколько вытянута, и иногда наша планета догоняет Марс, когда он ближе всего подходит по орбите к Солнцу. Из соображений экономии окна пуска межпланетных аппаратов к Марсу выбираются таким образом, чтобы расстояния между планетами были как можно меньше. Поэтому запуск на Красную планету осуществляется за несколько месяцев до очередного противостояния. Итак, мы не ищем марсианскую воду, ее давно нашли. Мы не ищем следы жизни, это отдельная тема. Что же InSight будет искать? Цель миссии – понять, что у Марса под поверхностью. Как меняется температура планеты с глубиной, как часто там бывают марсотрясения, насколько устойчиво вращение вокруг оси. Благодаря этим данным восстановить внутреннюю структуру планеты будет гораздо проще. Вы все знаете, что у нас есть 4 так называемые планеты земной группы. Это Меркурий, Венера, Земля и Марс. И несмотря на то, что все это каменные планеты, общего у них мало. Меркурий внешне похож на Луну, правда внутри в масштабах планеты просто огромное ядро. Венера почти как Земля по размеру, ну да, парниковый эффект, облака серной кислоты, мощные грозы и свинцовый снег. Про это будет отдельный выпуск. Но вот поверхность у нее довольно молодая по геологическим меркам, 500-700 миллионов лет, и покрыта она базальтовой лавой. На Земле есть породы, которым несколько миллиардов лет, а тут что-то случилось, из-за чего почти вся планета была залита лавой. Почему? У Марса тоже есть много странностей, как я говорил, и изучая его, мы поймем, почему все планеты такие разные, а быть может узнаем что-то новое и про нашу Землю. Аппарат разработан на базе посадочной платформы зонда «Феникс», который работал на Марсе в 2008 году. Вот он-то как раз и искал на Марсе воду, изучал состав грунта и метеорологию атмосферы. Кататься по поверхности «Феникс», а соответственно и «Инсайт» не умеют. Куда посадку совершили, там и работаем. Возможно, любителей марсоходов это огорчит, но зато аппарат стоит куда дешевле межпланетной колесной техники. А в случае с «Инсайт» так вообще экономия, ведь платформа фактически уже готова. Миссию планировали начать в 2016 году, во время предыдущего противостояния. Но после того, как обнаружили проблемы в конструкции аппарата, запуск пришлось отложить аж на 2 года. Это довольно частая практика. Недавно также отложили запуск космического телескопа Джеймс Уэбб аж до мая 20-го. Изучать внутреннее строение планеты очень сложно. Вот сколько лет мы исследуем Землю, и тем не менее по поводу ее внутренности полно вопросов. А
тут маленький аппаратик весом 360 кг. Что у него есть? Во-первых, сейсмометр SEIS. Он обладает чудовищной чувствительностью и может зарегистрировать не только марсотрясения, но и удары метеоритов, воздействие атмосферы на поверхность и влияние марсианского спутника Фобос. Даже полевые дьяволы, которые иногда бегают по равнинам, будут порождать сейсмические колебания. Важно, что сейсмометр смонтирован не на корпусе аппарата, так что влияние на него из-за тряски от работы приборов или качки из-за ветра сведено к минимуму. А еще, проходя через недра планеты, сейсмические волны будут изменяться, неся на себе информацию о среде, через которую они прошли. Так ученые получат данные о структуре марсианских недр. Есть предположение, что область в районе посадки аппарата на горе Элизиум еще несколько миллионов лет назад могло быть вулканически активно. По геологическим меркам это совсем недавно, и SEIS сможет ответить в том числе и на этот вопрос, правильное это предположение или нет. Второй прибор называется вот так. Да, это долго произносить. Он будет измерять тепловой поток под поверхностью Марса. Планируется, что инструмент пробурит 5-метровую скважину, внутри которой будет идти специальный шнур с детекторами на расстоянии в 10 сантиметров друг от друга. С помощью этого прибора можно будет понять, как много тепла излучает Марс и насколько хорошо его проводят недра планеты. Ну вот, к примеру, мы знаем, что металл тепло проводит очень хорошо, а, например, стекло или дерево плохо. Отсюда уже можно будет попытаться вытянуть информацию о ядре и мантии планеты, их химическом составе, размерах и всякое такое. А еще это самая глубокая скважина на Красной планете. Все предыдущие миссии даже близко не стояли. Вот, например, у марсохода Curiosity бур длиной всего 5 сантиметров. Как говорит один мой коллега, это просто унизительно. Ну и третий важный научный прибор называется RISE. Он будет измерять колебания полюсов планеты в процессе ее движения по орбите. У Земли в подобных колебаниях виновата Луна. Измерения с космического аппарата Викинг показали, что у Марса они тоже есть. Но его точности не хватило, чтобы все подробно изучить. Фактически, этот прибор будет отражать радиоволны с Земли и измерять их доплеровские смещения. Таким образом, ученые получат информацию о точном расстоянии до аппарата и его скорости. Что это нам даст? Вы пробовали когда-нибудь проверить, сварилось яйцо всмятку или вкрутую? Его нужно раскрутить. Если оно всмятку, то вращаться будет медленно, а вкрутую быстро. Подобным образом и здесь. Изучая колебания Марса, можно получить информацию о плотности и распределении масс в его недрах и особенно в ядре. Еще интересно, что вместе с InSight на Марс полетят два кубсата Mars Cube One. Кубсатом называют очень маленький спутник объемом несколько литров и массой несколько килограмм. Базовый размер стандарта, который называется 1U, составляет 10 на 10 на 10 сантиметров при весе не более 1,3 килограмма. Если спутник больше и занимает объем в несколько кубов, его обозначают 2U, 3U и так далее. Марсианские кубсаты довольно жирные для маленьких спутников, аж целых 6U. Зато это первый случай, когда такие малыши используются в дальнем космосе. В их задачу входит поддержание связи между спускаемым аппаратом и Землей во время и после посадки. Короче, если все пойдет по плану, в конце ноября InSight совершит посадку и начнет изучать Красную планету с нового ракурса. А мы будем ждать интересных открытий и новых загадок. А тем, кто здесь впервые, намекаю, что подписался на канал, сразу бур длиннее стал. Ну а все остальные, да и вы тоже, друзья, не забывайте про ваши пальчики. Ну и до встречи на улице Шкловского. Пока!